Сделала я лапкам педикюр, навела. Вот такие вот они у меня чистенькие. Вымочила, очистила от кожи. И очень много на этот раз у меня на лапках какие-то мозоли черные. Вот такая вот фигня. Все повырезала, очистила. Ногти я уже сразу почистила, порезала и выбросила. А это еще вот столько вот повырезала каких-то мозолей. Тяжелые куры, что ли, были? Вот все вырезала, все до чиста. Такие вот чистенькие лапки. Буду ставить варить. Лапки закипают. Добавила я лавровый лист с горошком, перчик, соль по вкусу. Сварю их до готовности, а потом буду делать в сладко-остром соусе. Друзья, для лапок своих я подготовила вот такой вот соус. Значит, у меня здесь соевый соус, чили-манго соус, немножечко кетчупа добавила, мед столовую ложку и добавлю еще чесночок. Вот такой вот он загустел. Буду опускать сюда лапки. Вот такие аппетитные, вкусные лапки у меня получились, ароматные, чесночок дает о себе знать. В меру сладенько, остренько. Всем приятного аппетита, готовьте, это очень вкусно. И пока-пока, до новых встреч!